А теперь подробнее об этих и других новостях. В администрации городского округа Люберцы провели еженедельное оперативное совещание. Руководители структур и управлений представили отчеты о проделанной работе за минувшую неделю. С 9 по 15 августа в межмуниципальное управление МВД Люберецкое поступило 2000 обращений граждан. По 28 из них возбудили уголовные дела. В Люберцах продолжают действовать телефонные мошенники. Еще раз обращаюсь к гражданам, то есть будьте внимательны, если вам звонят, перезвоните в офис банка, узнайте, их представители звонили, не их представители звонили, чтобы не было лишних кредитов, не было лишних переводов денег преступникам, которые занимаются данным видом преступлений. Для обеспечения видимости знаков и безопасности на дорогах удалили 7 аварийных деревьев и 12 опилили. На прошедшей неделе рабочие завершили ремонт тротуара на улице 8 марта. В рамках летнего содержания автомобильных дорог проводились плановые работы по очистке и мойке обработки проезжей части, пешеходных тротуаров, подземных переходов. Также проводились работы по помывке остановочных павильонов, знаков и дорожных ограждений. В парках с 9 по 15 августа провели 22 культурно-массовых и спортивных мероприятия. На совещании подвели итоги дня физкультурника. Сотрудникам администрации и руководителям Дворца спорта «Триумф» вручили благодарности от Министерства спорта Московской области за содействие в организации праздника. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.